На северо-западе России более 27 тысяч человек остались без света. Сильный ветер оборвал провода в Ленинградской, Новгородской областях и в Республике Карелии. Энергоснабжение нарушено в 5 районах Тверской области. Последствия непогоды ликвидируют и в Кузбассе. В Кемерово ветер сорвал крышу со здания местного управления МВД. На дорогах поваленные деревья. В Красноярске придется ремонтировать школу. Разрушена часть кровли, но, к счастью, никто не пострадал. Порывы ветра в городе достигали 25 метров в секунду. В столичном регионе к особой осторожности призывают всех водителей. На дорогах гололедица.